Так случилось в этом году, что день торжества православия и выборы президента Российской Федерации совпали в один день. Как гражданин Российской Федерации, мне совершенно не безразлично, каким путем пойдет наша православная Россия. Я много слышал слова «Россия», но каждый в это слово вкладывает какие-то свои понятия. Я надеюсь, что граждане Российской Федерации сделают правильный выбор, чтобы наша страна, великая православная страна, проголосовала за православного христианина и человека, умеющего, знающего и делающего очень много для блага и величия России. Я думаю, что мы сделаем свой правильный выбор, и наша страна, наша Россия действительно будет в мире крепкой державой, уважаемой державой, процветающей державой.